какой была эта пятница глазами наших корреспондентов. Впереди выходные. Как кировчане планируют их провести? Давайте посмотрим. Идем на свадьбу гулять. К друзьям. Отдыхать, веселиться. Придут к нам родственники, будем отдыхать. Я буду на даче отмечать день рождения своего дедушки. Ну, я планировал захватить зону 51. Посетим какие-то кировские места, веселые, зажигательные. Планируем ехать на природу отдыхать вместе с внуками. Хочется, конечно, съездить в Гренландию, если там будут спортивные мероприятия. Планы – это лето, это сбор ягод, это скоро начнутся грибы.